Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как истребить всех вшей и гнид? Что для этого потребуется? Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Особенно, если вы подпишетесь на Яндекс.Дзен канал, в описании будет ссылка. Как избавиться от этой гадости? У вас всегда должно быть на вооружении это средство. Оно широко применяется в различных сферах. Сейчас я расскажу вам не только народной медицине. Сейчас я вам покажу. Это у нас чимеричная вода. Строго должны соблюдать взрослые только делать. И в перчатках. И предварительно увлажнить волос. И на полчаса нанести этот раствор золотистую часть головы. Чимеричная вода уничтожает всех вшей, затем потом смываем ее и расчесываем гребнем. И смотрим на результат. Ну, результат в любом случае будет на 100%. Ваши все вши погибнут. И гниды осматривайте внимательно. Обычно первого раза хватает, чтобы сразу уничтожить все. В общем, в аптеке продается, она стоит недорого. Можно сказать, как модно говорить, копейки. Аптечные средства стоят копейки. Так вот, это именно из такого класса, что дешевое все. И вы будете без вшей, потому что это такая напасть, что может с каждым человеком произойти. И здесь не имеет значения от его чистоплотности. Подписываемся на канал. Всем желаем счастья. Всем пока!